без отсылок к «Звездным войнам». Не Комик-кон же. Ну, уже лучше. Итак, начинаем. Эта история произошла совсем недавно. В одном крохотном городке Сибири. Всем ходом шла подготовка уютного аниме-фестиваля, но тут за 5 минут до открытия художник не успел дорисовать ведущего. Тот ожил и стал рисованным персонажем, одиноким и потерянным в нашем трехмерном мире. К счастью, ему на помощь пришли 2 существа. К несчастью, их методы и цели кардинально различались. Тот, который повеселее и с хвостиком, хотел, чтобы персонаж ожил и сам стал человеком. А тот, который поумнее, но с раздутым самомнением, уговаривал его остаться персонажем и ожить уже в сердцах людей. Хорошо это или плохо, но герой все-таки стал человеком, отправившись познавать наш прекрасный, полный тайн и загадок мир. Да ну ее нафиг, эту вашу ипотеку! На персонажах это всего лишь 12%. Это считай, что даром. Что, зверушка совсем от рук отбилась? Прости, у тебя на голове это как? Щупальца? Ты что, помесь какая-то? Эй, зеленый! Это ты дал ему адрес в Википедии? На персонажа. Если не возьмешь ипотеку, у тебя не будет квартиры. А не будет квартиры, то где будут жить твои жена и дети? Что? Какая жена? Какие дети? Мне же всего 1, 2, 2 дня. Я даже считать больше 2 не научился. Ну, вопишь, как полугодовалый. Эй, дроглазый, ты, надеюсь, ему памперсы раз в 2 часа проверяешь, как я учил? А то, может, поэтому он такой громкий. А вы часто учите друг друга проверять памперс? Нет-нет, он просто шутит. Наши отношения совсем не такие. Ну да, мне же всего 2 дня. Что я могу знать об отношениях? Ой, посмотрите, кажется, мы уже на сцене. Поразительная наблюдательность. Минут 5 как. Ну что, начинаем? Привет! Привет, друзья! Мы приветствуем вас на 2-м дне фестиваля восточной культуры и анимации «Siberian Otaku Saiten». Как ваш вечер, вы можете? Вы все добрались? Никого не потеряли? Ты что это творишь? Что? А разве я не ведущий? А мы тогда, по-твоему, кто? Ой, подождите, я тоже об этом где-то читал. Как же это называется? Вспомнил. Шизоидальное расстройство личности. Расстройство? Личности? Ну да, вы вроде порождение моей фантазии. Больной, по всей видимости. Но я могу доказать. Ну попробуй. А вот теперь у меня шизоидальное расстройство. Какого черта здесь происходит? Объявление конкурса! Конкурса? Да! Конкурса танцевального косплея! Танцевальный косплей! Итак, команда номер 1 шоу-ю с танцем Delicious! Yeah.
без сокол исчез. Шоу Юз, танцы Андрея.